В Сомали боевики «Аль-Шабаб» расстреляли вдову-христианку, мать пятерых детей. 42-летняя Фортуна Омар пережила своего мужа Мурсала Исе Сиада всего на несколько месяцев. Убийство совершено 13 апреля в местечке Булат-Барти в 20 километрах от Беледвейна. Фортуна Омар, как и ее покойный муж, тайно исповедовала христианство. В их доме в Беледвейне проходили богослужения. Семья получала угрозы. Район был под контролем правительственных войск, но боевики «Аль-Шабаб» закрепились в Булат-Барди. И 8 декабря 2012 года двое неизвестных в масках расстреляли Мурсала Исе Сиада у их дома. За неделю до смерти Фортуны Омар ходили слухи о том, что исламисты хотят ее убить. Пытавшиеся покинуть Беледвейн и найти убежище у родственников, христианка была узнана боевиками на блокпосте Булат-Барди, который находился под контролем боевиков. Дети Омар и Сиада, старшей из которых исполнилось 15 лет, смогли скрыться.